Друзья, всем привет, с вами как всегда Артем Остапов, добро пожаловать на мой топ-канал. В этом видео вы увидите, как прошла первая смена моего городского лагеря в Санкт-Петербурге в 2023 году. Первый день начался у нас под мостом Бетанкура, ребята познакомились друг с другом, началась наша первая тренировка, также я провел первый конкурс, а как все происходило, вы увидите совсем скоро. Желаю всем приятного просмотра, это видео начинается. Попыток. Ваша задача будет доехать от квотера до квотера и дальше сделать прыжок. Это получается, вы засчитываете одну попытку. Если вы, например, сделали 5 раз, я записываю, 5 раз сделал Саша, 5 раз сделал Миша. И кого будет больше всех, 2 человека такой финал, и дальше они уже вместе соревнуются. Конкурс на самые длинные фейки, на самые стабильные фейки. Ребята сделали 7 из 7. И сейчас у нас будет суперфинал, где определится один победитель. Так, ребят, давайте вы сами определите. Либо мы делаем 10 попыток, либо до первой ошибки. 10 попыток. Хорошо, начинаем. Так, кто будет первый, можете посчитаться. Кто проигрывает, начинает первый. Раз, два, три. Стабильные. И сейчас я жду от вас 10 попыток, но в другой стойке. Будете в свече делать фейки. Нет, вы же не считаете, только левой спереди. Другие конкурсы, знаешь какой, у тебя тоже будут все шансы. А мы продолжаем. Ну что, у нас небольшой перерыв, доедем до кафе, возьмем чай, немного согреемся. Сегодня достаточно прохладно, плюс 11-12 градусов и ветер. А вот завтрашнего дня уже будет тепло, поэтому и, собственно, все будут в футболках моих фирменных. И у нас уже будут другие скейт-парки открыты, не под мостом. Приехали во второй скейт-парк. Я здесь был всего один раз,
без самоката проходил мимо. И вот сейчас, во время лагеря, привез тебя сюда. Интересный скейт-парк, тоже бетонный, частично под мостом, но уже успел все высохнуть после дождя. Поэтому, думаю, начнем пока в этой зоне, а потом уже будем менять. Еще продолжаем с давилем. Артем, как тебе скейт-парк? Нравится. Нравится? Какой сегодня трюк поставил? Тейлвип. Первый тейлвип? Отлично. Давай продолжаем с давилем. Попробуем еще несколько поставить. Саш, как тебе скейт-парк? Неплохо, рядом с моим домом, но... А, это самое главное. Можно было и лучше сделать. Да, ну я передам, кто здесь строил. Да. Обязательно учтем твои пожелания. Да. Ну что, я практически уже у входа в парк Сутлития. Со мной сегодня Марат. Он мне будет помогать по организационным моментам. И ребята уже на месте. Сейчас везуем футболки. Вчера никому не выдавал, потому что было очень холодно. Все равно все катались в кофтах, ветровках. Сегодня все получат свои футболки. Отлично, все в сборе. Хорошо. Артём, давай в линию. Во, отлично. А вот и первый вип-коттере. Поздравляю. Хорошо. Ну все, ребят, идем отдыхать. Так, у нас сегодня второй день конкурса. Необходимо на ощупь отгадать самокат. Так, Саша, выбирай. И сейчас Саша будет угадывать. И нужно еще найти свой самокат из 5 самокатов, которые мы предложим. Так, Саш, давай. Давай. Это не мое. Точно не твой, кого, да? Да, это не мое. Кого? Хорошо, давай следующий. Это Артема Остапова. Точно. Так, следующий самокат. Да, самокат, забирайте. Так, хорошо, следующий. Ай, больно. Это не мой самокат. Как ты определил? Это Эльдара. Эльдара, хорошо, дальше. На самом деле у вас у всех запчасти разные и вес разный, поэтому не так просто. О, это самокатик Марата. Так, хорошо, двигаемся дальше. Так, давайте, у нас еще осталось 2 самоката, и один из них твой. Так. Так это мой самокат. Как определил? По колесам. По колесам? А, у тебя у единственного фулкора, да? Все, молодцы, все проходят следующий раунд. У нас второй раунд, ребята все угадали свой самокат на ощупь. Теперь задача угадать свой самокат по звуку. То есть я буду делать дроп-тест, отпускать его. Могу, например, покрутить заднее колесо, если ребята попросят, покрутить рулевую. Если ребята помнят, где у них что люфтило, то они угадают свой самокат. Так, Ирю, поворачиваемся ко мне спиной. Тренировка. Также я провел для ребят конкурс. Пока только 2 этапа. Совсем скоро будет финальный этап. Сейчас мы обедаем и после этого едем во второй скейт-парк около Меркурия. Всех ребят хорошее настроение. Сегодня погода получше. Вчера плюс 12, сегодня уже плюс 17 градусов. Ну что, как вы? Когда правильно делать 8 км?
8 киклисов? По-моему, там 6 было. Ну, ребята, напишут в комментариях. Все, погнали. Один есть. Ну что, друзья, у нас третий тренировочный день. Сегодня мы встречаемся рядом с метро Девяткина. Поедем в скейт-парк около жилого комплекса Подкова. И дальше поедем в поселок Бугры. Погода, как всегда, радует. Плюс 18 градусов. И небольшой ветерок. Ну что, практически все в сборе. Кирилл, привет. Так, Максим. Эльдар. Привет, Артем, привет. Артем в багажнике. Финал. Марат вчера собрал себе другой самокат, и задача ребят — угадать точный вес. У них есть возможность сравнить со своим самокатом. Многие знают вес своего самоката. И кто будет ближе всех, собственно, и выиграет в нашем конкурсе. Миш, какая? Какая мысль у тебя по поводу веса? Сколько твой весит, ты помнишь? 3600. Так. Самокат Марата легче или тяжелее? Легче. Легче. Хорошо, жду тебя. Твой вариант. 3333. Хорошо, пусть будет так. Следующий. Артем занимался тайским боксом в 5 лет. Правда это или неправда? 2, 3, 4, 5. 5 лет. Так, это неправда? Это же неправда, правильно? Так, значит, Максим и Кирилл получают по баллу. Так, начинаем. Кирилл может подтянуться 20 раз. Правда это или нет? Если правда, поднимаем руки, если нет. Так, 5 секунд прошло. Так, хорошо, значит, Эльдар, Саша и Максим получают по баллу. Действительно, Кирилл может подтянуться 20 раз. Поставит хил. Макс, давай еще сильнее толкаем. Давай, Макс, ставим в 2. Во! Отлично. Долгожданный хил. Все, супер, молодец.
Ну что ж, тренировочный день подходит к концу. Ребята большие молодцы, пробуют новые трюки. Максим только что поставил хил, Артем уже поставил два ипа в одну ногу. У ребят тоже есть интересная комбинация со скольжениями и здесь в квотере. Погода отличная, плюс 19. Небольшой ветерок, но тем не менее тепло и свежо. Максим, как тебе скейт-парк? Прекрасно. Прекрасно? Поставил здесь первый хил? Да. Да, супер, хорошо. Давай. О, давай еще одну, добирай. О, а вот и хил флет сразу. Артем, расскажи, как тебе скейт-парк? Понравился. Понравился? Здесь первый раз? Да. То есть до этого здесь не было. Хорошо. Какой трюк сейчас учишь, расскажи. Два ипа. Два ипа. Будем стараться, надеюсь, поставим. Давай, молодец. Саша, как ты? Неплохо. Неплохо? Как настроение, как настрой на трюке? Настрой, я немножко устал. Устал немного? Ну ты только ты из Казани прилетел 5 дней, и сейчас еще у тебя сразу лагерь, конечно же. Да. Ладно. Саш, ты как? Отлично, я сделал 3, по-моему, новых трюка. Нет, угу. 2. У тебя брай получается, вот там ну, был... Брай через ту штуку, в спайн, туда еще инки. Да, 2-5, молодец. Едем отдыхать. Ну что, друзья, сегодня 4-й день моего городского лагеря. Сейчас мы направляемся в центр Маза Парк. Все в сборе. Идем играть боулинг. И дальше уже в игру автомата. Ну что, мы начинаем с зоны, где VR и PlayStation. Максим и все остальные ребята. Так, мы переместились в игровую зону. Кирилл с Эльдаром играют на стольный теннис. Максим с Сашей в баскетбол. Так. Продолжаем. Остальные ребята гоняются. Девятое место? Давай еще разок. Так, у тебя какое место? Шестое? Ну что, мы пришли в боулинг. У нас сейчас будет конкурс, кто больше всех наберет очков. Так. Ну, 9 уже было. Да. Артем, поздравляю тебя. Ты от меня получаешь любой десерт в ресторане, в котором мы поедем. Так что выберешь сам, все тебе закажем. Хорошо? Отлично. Так, Максим, ты какой конкурс подряд выигрываешь? 4. 4 конкурса, 4 победы. Отлично. Ты в группе постарше, у тебя вот денежный приз. Сам выберешь, добавишь все, что захочешь. Поздравляю. Спасибо. Тебя. Молодец. Все, ребят, идем отдыхать. Ну что, друзья, сегодня у меня 5-й заключительный день моего тренировочного лагеря. Мы приехали в скейт-парк во Всеволожске. Артем учит DS-вип, Максим стабилит хил. Максим, покажи. Так, давай еще. Да. Ну-ка, покажи. То, что у тебя связка с градусами была, да, сейчас? Нет, не сейчас. Так, я посмотрим. Сейчас.
давай я стиля добавлю. Стридерского хила. Стридерского хила? Вот стридерский хил. Так, ребят, напишите в комментариях, какой вам хил понравился больше, Мишин или Сашин. Однозначно Сашин. Молодец. Какой трюк только что поставил? Я поставил кикли скоттере. Ну вот кто-то скажет, несложный трюк. Но дело в том, что у меня с киклисом проблемы. То есть я его на вылет делаю стабильно, но он мне немножко уходит. Угу. Поэтому мне в скоттере он никак не давался. Но сейчас все вот получилось. Вот сегодня я сделал. Молодец, все, идем спасибо отдыхать. Спасибо Артему, спасибо всем. Все, стараемся. Итак, у нас прошло награждение. Все ребята получили свои призы. Кирилл получил новые грипсы от стек. Также несколько шкурок. Так, двигаемся дальше. И у нас еще один победитель, Максим. Лучшие грипсы от этих, так еще и под цвет самоката. Ну вот ты, видимо, как знал, старался, поэтому да. Сразу три конкурса из трех выиграл. Так, Саша и Миша. Все, ребят, молодцы, идем отдыхать. Ну что, друзья, вот и подошла к концу смена моего городского лагеря. Я надеюсь, это видео вам понравилось. У нас было 5 дней. Мы 4 дня активно тренировались, учили новые трюки, также был день активного отдыха. Только что было награждение, все получили мои промодельные шкурки, а также дополнительные призы для тех, кто участвовал и побеждал в конкурсах. До встречи в новом видео, с вами был, как всегда, Артем Остапов. Megan Fox or Charlie Chaplin, oh well. Another guy, no style.